Лена, ну какие впечатления, скажи, пожалуйста. Точно красота? Нет, на самом деле потрясающе. Да? Нет, просто страшно, когда ты никогда не летал. Только из-за этого. А потом, когда уже как бы летишь, то... Нормально, да? Необыкновенно. Правда, да? Там такая тишина. Да. Как будто на облаке сидишь. Ну, да, понимаешь, да? Потому что там нет ветра, ничего, только вот это вот металлический. Да, но все равно они все время. Поэтому просто, знаешь, вот, ну как будто вот сидишь на облаке. Иви, смотри, все.